Под пристальным вниманием каждый сантиметр обновленной дороги. Председатель ТОС Татьяна Фуаля делится. Такого масштаба дорожного ремонта в Куйбышевском районе не видели давно. При этом общественники, да и любой житель Самары могут высказать свои замечания. В случае с улицей Народной нашли только плюсы. Дорога вот эта вот, которая является основной практически, они всегда были на уровне пешеходных тротуаров. А сейчас настолько высоко подняли вот пешеходные тропиночки, бордюр. Это очень удобно. Улицу Народную ремонтировали большими картами свыше 100 погонных метров. Использовали асфальт, для производства которого применяют высокопрочный щебень. Подрядчики справились за месяц. Гарантия на работы 2 года, в течение которых все недочеты они будут устранять за свой счет. Контроль ремонта многоступенчатый на всех этапах. Качество асфальта уже проверили в лаборатории. По результатам выполненных работ проводятся испытания асфальтобетонной смеси и кернов из покрытия. Работы на объекте выполнены с надлежащим качеством, объект приемки подлежит. В Куйбышевском районе уже завершили ремонт улиц Народная, Шоссейная и Белорусская. Их отремонтировали в числе первых, поскольку эти дороги связывают Куйбышевский район с другими районами города, новыми микрорайонами и поселком Гранный. Всего же в Самаре в этом году большими картами и комплексно отремонтируют 73 дороги, плюс еще 60 внутриквартальных проездов. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.